Прекрасная новость для поклонников Улаша Туна Астепе. Актер, который только что завершил работу в историческом сериале, уже подписал контракт на новый проект. На этот раз ему предстоит сыграть талантливого врача. После успешных медицинских сериалов «Доктора» и «Сердцебиение» телеканал «Шоу ТВ» приобрел права на трансляцию проекта о врачах «Новый Стамбул» – «Гений и Стамбул», который является адаптацией популярного американского сериала «Новый Амстердам». Продюсер – Санер Аяр. Авторы сценария – Айча Юзюм и Джансу Чабан. Режиссер проекта – Чакдем Базали. В центре сюжета история главного врача одного из государственных госпиталей, который резко меняет привычный уклад жизни и врачей, и пациентов, пытаясь разобраться с проблемами в браке. Однако есть небольшая проблема. Сам он находится в положении, когда ему приходится обращаться за врачебной помощью. По сообщению известной журналистки Берсен Алтундаш, Улаш Туна Астепе, который покинул каст сериала «Барбароссы. Меч Средиземного моря», подписал контракт с компанией «Утримедиа» на съемки в проекте. Улаш сыграет нового главного врача одной из центральных больниц Стамбула Барыша Гювенера. Он родился в больнице, которую теперь возглавляет. Девиз Барыша – «Только вперед». Также к касту присоединились Тансель Ангель и Шериф Эро. Тансель сыграет заведующего отделением кардиохирургии. Шериф Эро сыграет роль азербайджанского невролога Али Хайдара Арчева. В сериале «Новый Амстердам» эту роль сыграл Анупам Кхер. Продюсеры пробуют договориться с Дамлой Самес, однако актриса пока не хочет возвращаться на телевидение. Если ее все же уговорят, она сыграет роль заведующего отделением онкологии, которая проживает очень сложные отношения со своим начальником и лучшим другом Барышем. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.